музыка Лиды Белосторской, слова мои, и в них описан совершенно реальный жизненный эпизод, и за что я люблю вот наши песни, потому что я сейчас слушаю песни и все время вижу какие-то картинки. Если это не моя песня, то то, где я это пел, эту песню. Если моя песня, то я все время ощущаю, когда и где, как она появилась и почему. Вот я сейчас вижу автобус, который при минус 42 градусах едет из города Свердловска, там, значит, пригород. Автобус после аварии, нету стекол, ничего. И вот сидит Лида Белосторская и замерзает, а глаза у нее остаются живыми и горячими. Пусть синеют стужи на снегу.